Я Гэс. Ну раз уж вы полюбили друг друга, сблизились, вам нужно создать семью. Не так ли, госпожа Нормин? Клянусь, я говорил Зюхтю, чтобы мы не показывали, что мы это заметили, но я увидел вас такими и не сдержался. Не надо торопить такие события одна. Кажется, твоя мама не очень счастлива из-за этого. Послушай, ситуация не изменится, у нас с тобой будет свадьба. Что это такое? Я хочу, чтобы она меня полюбила. Чичек, подожди, потише, они же сейчас раскроют нашу игру. Давайте немедленно начнем готовиться к свадьбе. Что скажешь, дорогой Зюхтю? Послушай, отец, мама права, не нужно торопиться со свадьбой, не думаешь? Послушай, за то время, пока твоя мама будет пить кофе, вы уже договоритесь и поженитесь. Ну будешь ты ждать, и что дальше? Чё это появилось, Зюхтю? Не, давайте подождем, пусть время пройдет. Какая прекрасная девушка. Так поженитесь и все. В чем проблема? На самом деле ты прав. Ну пусть молодые люди сами все, вот, они как взрослые. Видишь, отец, я тоже согласен. Возьми ее за руку. Как она твоя будущая жена? Чичек, дело прогрессирует, что будем делать? Не порти план. Я опоздала. Больше не в сердце моем, ни в голове не будет места для тебя, Илюль. Теперь я буду любить того, кто достоин этого. Уже слишком поздно. Я потеряла тебя. Ягас, ты куда? Почему он сейчас ушел, понять не могу. Я ему сейчас... Вы сидите, дядя Аднан, я проведу его. Эйлюль! Стой, подожди. Почему ты не сообщила, когда пришла? Я со вчерашнего дня жду вестей от тебя. Ты говорила, что мы с тобой сегодня поговорим? Что есть темы для разговора? У тебя, кажется, сейчас много людей. В другой раз поговорим. Эйлюль. Послушай, со вчерашнего дня жду вести от тебя. Я хотел мне что-то сказать. Что такое важное ты хочешь сказать, Эйлюль? Послушай, пожалуйста, не переноси, надо сейчас. Ничего. Ничего. Ты за этим пришла сюда, Эйлюль? Вы что, чтобы сказать, что нам не о чем говорить? Эйлюль, ты что, дразнишь меня, что ли? Что ты хочешь сказать? Скажи напрямую. Я... собираюсь сказать, что было бы хорошо, если бы мы с тобой больше не пересекались. Ты продолжай устраивать свою жизнь. А я займусь своей. Нам лучше перестать общаться. Береги себя. Ты опять что-то от меня скрываешь, Эйлюль? Ты сказала мне ждать до завтра, чтобы сказать, что не хочешь со мной видеться? Кто в это поверит? Я Гэс.
Проходите чек. После разговора в кафе с той девушкой, ты какой-то очень грустный. Есть какие-то проблемы? А у меня проблемы никогда не заканчиваются, Чичек. Если ты захочешь рассказать, я выслушаю тебя. Я и сам толком не понимаю, чтобы тебе рассказать. В конечном итоге я просто потеряю рассудок. Но она была похожа на хорошую девушку и была очень красивой. В чем проблема-то? Да забудь, Чичек. Когда я рассказываю, мне только хуже становится. Слушай, Чичек, давай скажем родителям правду. Они говорят о какой-то помолвке, пока они совсем не настроились. Но нужно сказать им, что это игра. Давай еще немного потянем, это хорошо? Я скажу отцу, когда мы будем одни, чтобы в гостях ему не было неловко. Ну хорошо. Тогда мы скажем им тогда, когда ты захочешь. Эх, Мелек. Надеюсь, ты ничего с собой не сделала. Ну не расстраивайся ты так. Надеюсь, в кратчайшие сроки вы воссоединитесь с ней и станете мужем и женой. А потом вы приедете в Швецию на медовый месяц ко мне. Я буду принимать вас к себе в гостях. Не получилось, Чичек. Мы не смогли воссоединиться. Я не знаю, смогу ли я теперь полюбить кого-то другого. Вообще не знаю. Спасибо.